Недосып делает нас глупее и вызывает ожирение. В результате исследования НАСА было выявлено, что 26-минутный сон повышает работоспособность пилотов на 34%. Эксперимент показал, что одна бессонная ночь приводит к снижению общих когнитивных способностей на 30%. Недосыпание ухудшает мыслительную деятельность по всем показателям. Недостаток сна плохо влияет на внимание, память, настроение, математические способности и даже такую грубую моторную деятельность, как, например, способность ходить по беговой дорожке. По данным Гарвардской медицинской школы, хронический недостаток полноценного ночного сна приводит не только к негативным последствиям, связанных с памятью, иммунитетом и настроением, но еще и к ожирению. Во сне повышается уровень лептина, гормона, отвечающего за снижение аппетита. Поэтому недостаток сна способствует накоплению избыточного веса.